$8000 за морские документы. Одесские мореплаватели провели акцию протеста против взяток в сфере морского дипломирования. Митинги прошли под зданиями областной администрации, госслужбы, морского и речного транспорта Украины. Митингующие пробыли под админ зданиями недолго, а после этого участники организовали автопробег по центральным улицам города. По словам участников акции, коррупция привела к коллапсу в морской отрасли. Сегодня большинство моряков являются фактически безработными. Моряки, которые должны работать нелегким трудом на зарубежных судовладельцев, просто вынуждены быть источником коррупционных доходов. Создаются любые препоны с тем, чтобы с людей вытаскивать деньги. Моряки настаивают на отмене экзаменов при подтверждении действительности дипломов и надеются привлечь внимание президента Украины, на имя которого было отправлено обращение с просьбой решить проблему. Похожие акции прошли еще в 5 городах Украины – в Киеве, Херсоне, Николаеве и Измаиле.